Вот этот котлета из чеков. Магазинские чеки. Вот этот котлета, друзья, мне приносит деньги. Вот она, котлета. Простые чеки из магазина, из покупок, мне приносят деньги. Вот. И тут есть тоже вот, из магазина Атул. Вот, из магазина Тармален. Чек тоже приносит деньги. Из Магнита. Чек тоже приносит деньги мне. Бристоль магазина. Атл. Вот все чеки мне приносят деньги. Сбербанк. Оплата. Ну, с карты я оплачивали. Покупка в магазине. Он тоже приносит мне деньги. И вы спросите, как так? Как они чеки приносят вам деньги? Как они приносят тебе там такие бумажки, такие чеки, деньги? Как ты получаешь от них деньги? Показываю, друзья, как я получаю. Вот тут, друзья, я получаю чеки. Вот. Кэшбэк сервис Сибисимо. Цифры, депозит и вот, сколько. Начисление кэшбэк, проценты по депозиту. Каждый день начисляется. Вот, друзья. Каждый день 24, 23. Дальше, если назад листать. Вот. Вот назад листаем. 21 апреля. 18 апреля, 17 апреля. Вот каждый день начисляется кэшбэк. Вот. От этих чеков. Это до конца вот. Если пролистаем назад, вот. Если еще назад пролистаем, вот, например, 9, да? Вот. Начисление кэшбэков, начисление по депозиту, начисление. Вот. Март, 5 марта, 6 марта, 7 марта. 9-10 марта. Это в этом году, друзья. В этом году, друзья. 21 год. Ну, 2021 год. Вот. Вот всех этих чеков, друзья, вот. Вот этого котлета я ежедневно получаю проценты. По 3, по 15, по 25% вот с такого котлета. Вот сколько у меня они чеков тут. Всех я вот эти чеки туда закинул. Вот с этих, вот с этого котлета тоже я туда закинул. Сфотографировал. Думаете, как закинул? Сфотографировал чек. Вот таким образом сверху. И закинул вот сюда. Вот. Кнопка добавить. Друзья, добавляете кнопку. Нажимаете кнопку, добавляете чек. Вот. 27 апреля. 23.55 начислено. Кэшбэк. Начислено кэшбэк. И не только кэшбэк начислено. Вот. И по проценту, по депозиту тоже начислено. Вот. 197. 19 центов. Депозит у меня вот тут. Вот он. 6% ежемесячно приходит. От этого депозита. Приходит ежемесячно 6%. Если даже вот эти чеки я не буду. Вот эти чеки, вот эту котлету. Вот эти чеки я не буду добавлять каждый день. Мне все равно будет приходить доход 6% от этого депозита. Друзья. Вот таким образом я с этих чеков возвращаю кэшбэк живыми деньгами. Вот с этого котлета тоже возвращаю каждый день. Сами видели. Вот тут, вот, сами видите.
приходим. Ну вот, если вопросы есть, задавайте. Просто научу с таких чеков возвращать живыми деньгами, вашими деньгами. Вот такие котлеты собрались. Вот, вот с такого котлета я возвращаю деньги живыми деньгами. Ну все, всем пока.